Екатерина Нечаева, жена которой я не помню. Но кто из них? Батя майор! Я пытался вернуть Кристину в жизнь, когда я разговорился надвое. Буквально. Я хотел остановить полушарие, правое и левое. Но процесс занял куда больше времени. Да нахера? Ты и так издеваешься над людьми, которые еще живы. Оставил бы в покое тех, кто уже умер. Вы мне стерли же! И сколько раз! Ты не мог пережить ее гибели, а я не смог ее спасти. Мне пришлось, иначе бы ты жил в кошмаре. Что еще мне оставалось сделать? Ты ведь и сам чуть не погиб на полкарике взрыве. Ну, конечно, такие ценные кадры, такой удобный шанс скрыть очередные опыты над людьми. Заткнись, Харитон! Хватит! Я готов поверить, шеф, что вы действовали в моих же интересах. Но неужели нельзя было объяснить все сразу? Сергей, прости меня. Я не знал, как поступить правильно. Правильно будет отозвать сейчас, близняш, и спокойно поговорить. С тобой, а с Харитоном. Ебучие пироги, мы можем просто перестать биться? Избавься от Харитона. Сними перчатку. Ага, сейчас. Сначала отзовите мою жену. Мы справимся! Не слушайте его! Сеченов манипулирует вами! Очнись, Бэтри! С самого начала ты только так! Удали тебя мозги! Очнись! Очнись, Сережа! Какого хуя? Катя? Придите в себя! Сейчас. Катя! Ваша жена мертва! Сеченов забрал ее у вас! Дима намекает на то, чтобы пострадал я. Вы будете следующий майор. Они оба врут. Вы же найдите меня. После. Ты же не убьешь свою жену, Сережа! Thank you.
Какая ж ты мразь. Сергей, ты не понимаешь. Харитон манипулирует тобой. Ха!